Здравствуйте, друзья! Раскрыты подробности состояния журналиста, ведущего и поэта Льва Рубинштейна, которого несколько часов назад в Москве сбила машина. По информации источников, у 76-летнего актера диагностирована черепно-мозговая травма, ушибы и переломы. Помимо этого, состояние поэта осложняется отеком мозга. Известно, что Рубинштейн перенес операцию, после которой его погрузили в кому. Состояние тяжелое, а прогнозы врачей неутешительные. Об этом инциденте с автомобилем сообщил журналист Игорь Иртеньев. После случившегося Рубинштейна доставили в НИИ имени Склифосовского. К слову, полиция уже опросила водителя злосчастного авто. За рулем машины находился сотрудник коммунальной службы. Он заявил, что очень торопился на работу и не успел затормозить. Цитата. Мужчина визуально был трезв, эмоционально встревожен и попросил вызвать скорую помощь. Именно так рассказал свидетель ДТП.